Гэта адзін з першых суботнікаў у гэтым сезоне. Па сутнасці, менавіта ён даў старт шэрагу традыцыйных мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні ў рэгіёне. Адні з найбольш маштабных работ разгарнуліся ў гэты дзень у савецкім раёне Гомеля. Цэнтральнай пляцоўкай тут абраны сквер імя Шаўчэнкі. Популярную ў мясцовых жыхароў тэрыторыю для адпачынку вырашылі абнавіць пасля зімы. Сумесна са спецыялістамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі гамельчане ўзяліся за ўборку леташняга лісця, падрыхтоўку кветнікаў, фарбоўку і рамонт лавачак. Спецыялісты прадпрыемства «Гарсвятло» абнавілі сістэму асвятлення. Здесь работает администрация, она занимается клумбами. Здесь у нас привлечен БРСМ различных учебных заведений, представители КЖРУ, Кирмаша, Гурсапа. Субботник – это не только, как говорится, возможность навести порядок здесь, на нашей территории. Это, в общем-то, наш район, где мы ходим, отдыхаем, с семьями сюда приходим. Еще и возможность пообщаться с коллегами, как-то повеселиться. Ну, для нас это всегда праздник, потому что солнышко светит. Работа, в общем-то, не тяжелая. Шматлюдно было и у чыгуначным районе областного центра. Тут местные жыхары узяліся за добраупорядкование каскаду озер на скрыжаванні проспекта Космонавтов и улицы Озерной. Особистым прикладом запросил на субботник гамельчан и депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь по Гомельской Сельмашевской окрузе Виталь Шилов. Кажа, для яго гэтае месца і сёння застаюцца самымі роднымі. Менавіта тут правёў большую частку свайго жыцця. Здесь каскад озёр, здесь очень прилегающий жилой комплекс большой. Много молодых семей с детьми будут выходить. Сейчас наступает тем более весенняя пора. И хотелось бы, чтобы они осуществляли свои прогулки на чистой, аккуратно убранной территории. Александр Гавейка, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».